действовать сообща, иначе ничего не получится. И так как у каждой карты, если там в доте, там вы можете, не знаю, там каждый, короче, делает, что хочет, умирает по отдельности там и прочее, то здесь у тебя есть конкретные задачи, именно не обусловленные самой дотовской картой. То есть да, ты должен нафармить чуваков, да, или выполнить квест. По сути, игра провоцирует какие-то драки, командные действия. Там, у тебя появляется квест, по сути, на поле боя. Там, голос, естественно. Там, и это важная фишка. Игра на уровне альфы уже дублирована. Угу. Она не просто...